Cuba, que viva Cuba. Пришли овечки и подвинули индюка. То есть не он здесь самый главный, оказывается. А нет, смотрите, что-то пытается доказать. Там мы внутрь заходим как. А, он обувь снимал? Нет, вроде. Но я какашку не снимал. Тут у ребят, у него фрукты. Фрукты. Фрукты, видите, прямо здесь висят, оценки. Ну, то есть очень колоритно, как... Энтра, энтра. Энтра, снимай. Да. Колесо от трактора. Еще фрукты, но фрукты у них... Фрукты у них это... Это угощают. Это, да, нас угощают. Грасиас. А там спальня, судя по всему, еще и стол, где кушают. Попали. Леша говорит, как будто бы музей. Ну, то есть так, да, очень интересно, очень колоритно. Холодильник Samsung, причем какого-то там года, но работает до сих пор. Наши ребята закончили ремонт автомобиля. Вот это, кстати, манговое дерево. Нам подсказали. Я, честно сказать, никогда не видел, как растут манго, и мне было бы интересно. Но сейчас у них не сезон. Наш Мартин, он здесь не живет, это просто ферма у него. Он нас угостил бананами. Вот они нам дал, Леша и мне. И куры нас преследуют теперь, не хотят отпускать. Детей идут за мной. Собака. Интересно, очень интересно. Я очень рад, что у нас получилась такая... Я очень рад, что у нас получилось здесь сделать остановку, и такая спонтанная получилась, и мы реально посмотрели жизнь реальных кубинцев, потому что, ну, мне было реально интересно, как оно, как они живут, и, ну, вот вы увидели, вот эта ферма, обеспеченный такой, я думаю, зажиточный кубинец, который имеет свою ферму, имеет своих животных, и вот его ферма, живет он не здесь, живет он где-то еще в городе, а здесь он ведет хозяйство. Мартин, thank you. Bueno. Что? Все, goodbye. Bueno, casado. Bueno. Все, мы попрощались с Мартином, покидаем эту усадьбу. Посмотрели с вами, я думаю, интересное место. Bye-bye. Bye-bye. Это мы едем на водопад через джунгли, по горам поднимаемся, спускаемся. Мы сейчас с вами, ребят, едем на водопад. Я специально попросил остановиться. Тут такие перепады вверх-вниз, джунгли, птички летают, лисицы, какие-то животные дороги перебегают. Очень колоритно, очень интересно. Ну, чтобы вам показать, потому что с машины сзади у него окна не открываются. Я не могу вам ничего показать и снять из окна. Ну и трясет очень сильно, потому что дороги такие, ну, раздолбанные местами есть. То есть, видите, мы колесо порвали, развалилось. Колесо, кстати, к слову, у них стоит 150 кук, 150 евро, чтобы вы понимали, да? То есть, вот это колесо, которое он повредил, это 150 ему евро обойдется. Сейчас вам покажу красоты здесь какие. Вот такая дорога, смотрите, да? Она... Это относительно ровно. И вот такие вот спуски вверх, вниз. Вот видите, там, где ребята наши стоят. Очень красиво, смотрите. Водитель уже там, наш букс, газует, что беги, беги, парень, а то оставлю тебя в джунглях. Мы отъехали буквально... меньше километра, и наш гид остановил. Мы просили показать, как растет кофе. Я вам покажу, тут дерево. Вот там Леша уже изучает. Давайте посмотрим поближе. Окей.
Вот, смотрите, видите, это кофе. Вот они. Очень интересное дерево, и тут какие-то лианы на нем или наросты. Смотрите. Это дерево, на нем какие-то еще паразитируют растения. Мы приехали на водопад. Буквально от того места, где мы кофе снимали, еще километр. Ну, тут мы долго ехали. Наконец-то мы здесь. Вход стоит 10 куб. На водопад показываете билеты. Ну и здесь можно будет рядышком покушать. Ребята говорят, примерно 5 куб стоит перекусить. Если слышите, это шум водопада как раз-таки справа. Здесь говорят по-русски, спрашивают, сколько пива нам. Стакан? Ну, нет. Да нет. Идем дальше. Наши гиды как в классике комедийного жанра. Ребят, вы идите, тут недалеко, 800 метров, мы тут в кафе посидим, останемся. Вот мы сейчас идем куда-то. Ну, тут тропа одна, надеюсь, мы не заблудимся и придем к водопаду. Ну и куда нам? Туда, ага, стрелка показана. Давай сходим, посмотрим, снимем, потом пойдем по стрелке. Тут площадка, наверное, обзорная. Или для ныряния. Ага. Я думаю, на улице далеко это. Да, это, видимо, это, наверное, не тот водопад, который мы ищем. Это один из порогов и такая запруда, ну, чтобы вода быстро не уходила. Идем дальше по указателям. Леш, ты иди первый. Если там, короче, вот этот судав 4-метровый на тебя скинется, я просто буду снимать, я же не могу. Шикарнейший кадр. Будет отличный кадр, так что ты... Ты постарайся, пожалуйста. Хорошо. Я буду максимально... Естественным быть максимально, когда тебя будут есть. Какое переплетение интересное. То есть тут к водопаду не так просто добраться, как хотелось бы. Красота, да? Такое типа популярное направление. И никого нет, да? Леша задал резонный вопрос, говорит, очень популярное направление, и главное, никого нету. И гиды сюда сами не ходят, отправляют туристов одних. Первый. О, два. Прям за нами группа туристов идет, которая на форте будет. Ну, и здесь модель нарисовалась сразу, видите, да? Вау! Вот это круть, да? Вот это водопад. Ну да, оно стоило того. Трястись 2 часа до этого водопада. Вау! И вот еще один. Но туда уже не добраться. Очень красиво. Мы идем еще выше. Ребята наши подошли, гиды догнали нас, сказали, что там выше находится озеро, в котором как раз таки можно и покупаться. Леша сказал, что он бы не пошел, а я сказал, что я бы все равно поперся сюда, по этим ступенькам. Здесь не очень высоко, наши ребята бегут и нас подгоняют. Не-не-не!
Сумку бросай первым делом. Через меня лёшь только. Женщина нас спросила, сколько нас человек. Спросила 20. Сколько ей стоять ждать здесь? Если вы думали, что мы только вверх, мы еще и вниз, а потом опять вверх. Все выше и выше и выше, взлетая к небесам с голубым или золотым. Значит, смотрите, ребята, тут указатели есть. Туда у нас дорога пошла, на смотровую площадку мы сходим попозже ее посмотреть, а мы с вами по желтым стрелочкам идем, идем дальше на озеро, на горное. Так, и вот мы уже почти добрались. Развивается просто мозг прямо там. Ну, так одеваться. Серьезно. Видео тебе поснимать? Не-не-не. Ну как, Леша, ощущения?